сегодня у нас кулинарный эксперимент, проверка рецепта. Будем готовить творожные кексы с лепестками миндаля. Это быстро, вкусно и не очень калорийно. 160, 140, 60 – это пропорции творога, йогурта и рисовой муки. Еще нам понадобится одно куриное яйцо, совсем немножко сахара, можете использовать сахарозаменитель, лепестки миндаля для украшения и 4 грамма разрыхлителя для теста. Сделаем все по правилам. Творог протрем через сито. Теперь будем просеивать муку тоже через маленькое ситечко, чтобы было в ней побольше воздуха. Яичко взобьем в отдельной мисочке. Выливаем туда же йогурт и сахар. Разрыхлителя примерно чайная ложка без горки. И все перемешиваем. Силиконовая форма новая, я еще ее не пробовала, поэтому решила на всякий случай смазать ее сливочным маслом. Теперь перекладываем творожную массу в формы с расчетом на то, что при выпечке тесто поднимется. Перед тем, как отправить будущие кексы в духовку, предлагаю посыпать их лепестками миндаля. Пусть тоже запекается. Теперь в духовку на 180 градусов на 20 минут. Вы помните, что у нас эксперимент, и вот смотрите, что у меня получилось. Эти кексы я ставила в духовку первыми, эти чуть-чуть попозже. И вот смотрите, какая разница. Эти низкие темные, эти светлые и высокие. И в рецепте было написано, что кексам для того, чтобы приготовиться, будет достаточно 20 минут, но мне показалось этого мало, я добавила еще 10. Если не боитесь сладкого, то можно посыпать чуть-чуть сахарной пудрой и полить карамелькой.